Берем первый кружочек. Все, у тебя хорошо. Берем любой один кружочек. Цветная бумага, картон, ножницы и клей. Доступные материалы и немного старания. В этом вся фишка студии «Руки не крюки». В этот раз на мастер-класс в Одинцовской библиотеке номер 1 ребята смастерили игрушку-вертушку из бумаги для квиллинга. Для этой штучки нам просто понадобились деревянные палочки, картонка и для оригами лист цветной бумаги, в принципе, как бы, ну и клеем все это склеили, и получилась вот такая классная игрушка. Мне очень нравится эта штучка, потому что она такая крутящаяся и успокаивает. Ребятам нравится проводить свои летние каникулы в библиотеке. Здесь можно заниматься творчеством, читать и просто общаться друг с другом, рассказывают участники мастер-класса. Вот началось лето, ну, у нас летний список, школьное чтение. И ну, я хожу в библиотеку, чтобы брать книги. Занимательные мастер-классы в студии проходят каждую неделю по средам. Впереди почти половина лета и много интересного. Скоро ребята попробуют смастерить игрушку антистресс и будут учиться рисовать на камнях. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».